Меня зовут Денис Левушин, мне 29 лет, и за эти года я накопил очень большое количество различных блоков, травм, которые мешали мне жить. И когда я начал думать о своем здоровье, я начал мониторить, где бы мне все это исправить. И вот где-то 2 месяца назад первый раз я пришел к Дмитрию Борисовичу Симкину, и я почувствовал себя совершенно другим человеком, потому что те блоки, которые были у меня, а это в шее, в колене, когда я поднимался по лестнице, я чувствовал боль, нога у меня сводила иногда просто так, но вот это все прошло, и вот я сейчас пришел на второй сеанс, я чувствую себя действительно другим человеком, буду приходить на ТО каждые полгода и долечивать свои травмы, которые я заработал за это все время. Спасибо большое за то, что вы есть, и за то, что вы помогли мне избавиться от этого всего.